Ты вообще знаешь, что такое, когда хуем наказывают? И что за существование у того человека, хуем? Которого хуем наказали? Слышишь? Я сейчас выйду. Руслан, вот слушай внимательно. Кого хочешь? Как это сказать, блядь? Зичара там какой-то, блядь. У меня, блядь, разные люди есть знакомые. И эти люди меня уважают не за то, что я там в Голландии где-то бары хлопал, блядь, а за то, какой человек. Как ты говоришь, как ты говоришь? За один раз за свои слова! Хоть раз нахуй! Как я привык всегда отвечать за свои слова и за свои действия, и сегодня он получит свое. Настоящий накал страстей. Они хотели друг друга убить. И можно вспомнить, как Гусейнов кричал в прямых эфирах, что он просто уничтожит. Лицо Руслана Гусейнова, чтобы понять, что здесь все серьезно. Ух ты, трубка с первых же секунд. Идет вперед Берченко. Приезжается резко и выбрасывает правый. Посмотрите, роняет он, по-моему, Гусейнова. Но там скорее Руслан все-таки не удержал равновесие. Ух ты, смотри, вынужден рефери. Поединка. Ну, можно понять. Тут адреналин. Тут, смотри, попал Берченко, отстреливается Гусейнов. Летит Юра вперед, еще накидывает удары. Любым возможным ударом он пытается сопереться вами. И посмотрите, едва поднимается Руслан Гусейнов. Ему очень тяжело. Он не может подняться сам. Это автоколка. Посмотри на его взгляд. Он явно не хочет останавливаться, но у него не было возможности продолжить. Мы видели, он не мог подняться, абсолютно, даже пытался за сетку. Здесь все справедливо. Поверить в то, что он проиграл таким способом, и готов продолжить драться. Юрий Берченко! Поздравляем его! Я, кстати, Юрий только что придумал новое прозвище, оно называется «Прогульщик».